Пиратские корабли не сдаются, их нельзя захватить, они топят свой корабль. Я забыла совсем об этом, зря я только потратилась. Время потратила. Промахнулся, промахнулся. Так, все, давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Загибай, 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 загибай. Блин. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на канале Starfair. Меня зовут Инга, и мы сегодня продолжаем с вами играть в игру The Pirates Caribbean Hunt. Продолжаем пиратствовать и пытаться как-то пробиться. Друзья мои, у меня пропал дар речи, потому что это вы видели, какая молния была. Молния ударила в нашу церковь. И я надеюсь, что она не сгорела. Вот нет, чтобы публичный дом, да, так она ведь церковь. Итак, если вы помните, а кто не помнит, зайдите посмотрите. В прошлой серии мы с вами обустроили нашу деревеньку. Построили здесь здания, которые были закрыты, которые я купила. Мне также посоветовали сделать приближение, то есть сделать свободную камеру и посмотреть, походить со свободной камерой. Но дело в том, что как-то у меня не особо получилось. Вот и сейчас, например, у меня очень странно скачет управление. Ну вот да, как-то так вот можно полазить по нашему острову. Посмотреть построечки. Но дело не в этом. Сегодня, мои дорогие, мы с вами будем строить форт. Вот под таким проливным дождем, в дивную лунную ночь, попробуем построить с вами форт. И он тоже был закрыт. Это была одна из закрытых построек. Ее надо было купить, ну, за какие-то там символические пиастры. Вот это наше меню построек. Так, давайте посмотрим. Вот он, форт. Вооруженный пушками большой дальности, форт поможет вам победить флот противника во время осады. Вы представляете, у нас будет осада. Кошмар. Каждое улучшение добавит больше оружия, укрепленные стены. Форт использует половину ядер из кузницы. Наша кузница продуцирует ядра как сумасшедшая, поэтому почему бы там не построить форт? Ну, давайте. Итак, покажите мне этот форт. Не-не-не-не-не, куда-куда-куда-куда? Форт покажите. Где форт? Где форт? Да, точно надо здесь свободную камеру делать. Ну ладно. Так, мы можем, в принципе, как-то так вот посмотреть. Ага, ну это, я бы сказала, не форт, это какая-то песочница, честно говоря. Причем детсадовская песочница. Не, ну правда, ну что это? Какой это форт? Куром насмерть. Давайте его улучшим сразу уже, что ж как-то. Ну. Так, нет, секунду, как я это делала мудро. Ага. Вот, мы немножечко улучшили. У нас добавился какой-то, какая-то стеночка. Чуть-чуть камешками его облицевали. Ой, я вам скажу, вы знаете, по-моему, это все выманивание денег из наших карманцев. Ну ладно, как бы там ни было, у нас 1563 пиастра. Я не знаю, как называется, 10 монеты. Поэтому что ж, надо немножечко подзаработать. А чтобы подзаработать, что нам надо сделать? Во-первых, у нас производство какое-то там наладилось. Посмотрим, что у нас на складу. На складе, на складу, как правильно говорить. Так, это у нас Лилит. Лилит у нас пока отдыхает. Отдыхает у нас Лилит. Ага, а наш Black Arrow пустует. Ну что ж, давайте что-нибудь возьмем и продадим. Тут у нас что-то есть. У нас есть ром. У нас есть много рома. Ну, немного. 4 бочонка тоже немало, согласитесь. А, так, смотрим. Смотрим, где дорогой ром. Вот где дорогой ром. И от нас недалеко. Поехали туда продавать ром.
О, ублюдки из Федерации направляются к нам, подняв какой-то там красный флаг. Я не успела почитать, потому что надо секать. Секать же надо, да, от ублюдков из Федерации. Что-то я не посмотрела, сколько у нас. Ёлки, против ветра моя бригантина не идет. Вот эти ублюдки из Федерации теперь так и будут за нами бегать, я вам скажу. Это из-за того, что мы предыдущего пирата почикали, а он на них работал, насколько я помню. Ну, наша бригантина быстренькая, там Брик, хоть он и Брик, но он медленный, а мы вон как ласточка. Наша ласточка летит, и поэтому мы убежали. А раз мы убежали, вот уже можно перейти к карте. Давайте-ка пойдем. О, пока мы бегали, Ром уже это самое подешевел. Вот где дорога. Нет, это не Ром. Ну, ребята, с вашими федерациями. Давайте сюда хотя бы это продадим подольше. Подороже. Поедем подольше, продадим подороже. Так, что мы тут можем? Значит, так, магазин прежде всего. О, и ром здесь тоже дорогой. Как нам повезло. Мы озолотимся. Так, доски и паруса. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Так, что кто-то еще что-то от нас хочет? Торговец в Сорг ожидает поставки табак. Он платит. Итак, дорогие мои, меня тут оторвали. Прервали, оторвали. Поэтому давайте продолжим дальше с вами. Чем мы занимались, дай бог памяти. Ага, мы продали хлопок и хотим еще заработать. Почему бы нет, собственно говоря? Так, торговец Соро ожидает поставки табак. Он платит хорошую цену. Так, секундочку, подождите. Давайте посмотрим, есть ли вообще табак в этом прекрасном городе. Дело табак. Табак есть. Хорошо. Берем. Берем, сколько сможем взять. Вот так вот. Все набрали табаку. И теперь поедемте его продавать. Так, принимаем. Да, принимаем, принимаем. Единственное, что меня беспокоит, что сейчас наверняка опять будут всякие гады нам мешать из Конфедерации. Так, Соро, испанский город, маленький порт, дешевый товар, хлопок. Ну, нам не важно, нам надо доставить товар. Поехали. О, смотрите, и никто нас не тормознул. Мы богаты, мы богаты, мы заработали. Так, ну пока мы богаты, наша команда нас тут же опустит. Время платить, да, заплатим сейчас. Так, я вот все смотрю, у меня что-то уровни повысились. И пока я тут бегала, торговала за кадром, у нас аж три навыка появилось. И давайте посмотрим, куда мы сможем его применить как можно выгоднее. Итак, боцман-плотник мы уже можем, да? Так, чинить парус, я вот не помню, я могу уже или не могу. А моряк, что это такое? Скорость корабля нет, пока не надо. Командор. До трех кораблей. Вот это может быть и надо, потому что нас-то ждет теперь еще больше кораблей. Там будут ждать наверняка. До этого было три, и мы с трудом справились. Что за корабел? Строительство. Ага. Так, нет, секундочку. Так, ветеран корсар, боцман. Это все мы можем улучшать во время, не улучшать, а ремонтировать паруса. Мы можем ремонтировать наш корабль. Это уже хорошо. Что у нас в стрелке? Ага, перезарядка пушек, кстати, это хорошая вещь. Поджигатель. Уйти от погони, но всего лишь, если б можно было сжигать другие корабли. Сапер. Бочки с порохом в качестве смертельных ловушек. Ага. Бросайте их за борт, оставив позади вашего корабля в ожидании взрыва. Как только вражеский корабль столкнется. А если не столкнется? Преследующих. Слушайте, вот это мне, наверное, надо. Давайте изучу.
и посмотрим, что из этого получится. Так, что такое истребитель? Это бочки улучшаются. Так, бомбардир. Мортиры, даже не знаю еще пока что, что такое мортиры. Пока что. Так, а что такое опустошитель? Все мортиры. Так, стрелок, это перезарядка. Как-то так не особо густо, я бы сказала. Торговец может выучить. Снижает цены на одну монету. Базами, чтобы снизить их стоимость. Тоже, наверное, азартный игрок. Казино в портах посещать. Ой, ну, ребята, это мы с вами тогда только и будем. Так, квартирмейстер, что это? А, это пушки можно. Да-да-да, если покупать пушки, можно пушки менять. Таскать с собой пару запасных пушек. Может быть, потом это будет нужно. Сейчас как-то я даже не знаю. Так, ну что ж, стрелок. Перезарядка пушек. Вот это хорошая вещь. Изучаем. Так. И у нас остался один навык. Приберечь его, что ли? Давайте возьмем торговец. В конце концов, мы деньги-то должны зарабатывать. Изучим торговца. Это будет... Так, еще... А, продавать теперь на одну монету дороже. Это следующий шаг. Такой мэр. Ага, мы уже читали. Ну вот. Так что пока что мы вот так вот себя прокачали. Так, и что ж, пойдемте посмотрим. Так, текущая задача у нас, да. Педро. Надо опять какого-то Педро. Полевых командиров. А, этого Педро, которого... Он уже, этот Сэм, он уже все рассказал Конфедерации. Конфедерация теперь бегает за нами. Гавань Сэма. Но Сэма все равно надо будет кокнуть. Поскольку он паршивец нас заложил, и мы теперь... Все. Так, ну, а мы давайте-ка посмотрим, что можно еще полезного сделать. А именно, какое-нибудь заданиеце. Никто нам ничего не дает пока что. Поэтому что ж, давайте просто поедем туда-обратно на нашу базу. Наверняка там уже новая продукция появилась. И... А что это такое? Ага, там стоит наш корабль. Ну ладно. Так, сюда мы добрались без приключений. Что у нас? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как у нас тут все хорошо продуцируется. Так... Склад у нас опять изготовил. И доски, и парусину, и все остальное. Смотрите, сколько ядер. Ой-ой-ой. Так, давайте возьмем все, что только можно. Может быть, и продадим. А заодно возьмем с собой боеприпасы. Потому что не ровен час. Я думаю, что надо попробовать эту дурацкую конфедерацию как-то с ними разобраться, в конце концов. Вот возьмем просто побольше ядер. И картечь, наверное. Если что, то будем у них выбивать их. Их мед. О, господи, боже мой. Хотела сказать их экипаж. Не пилять, не знаю, может быть, нужны. Ну, если только может чуть-чуть. Так, у нас все есть, да? Black Arrow у нас все готово. Давайте еще раз посмотрим на нашу бригантину. Ремонта ей, наверное, не требуется. Ах, да. Еще у нас появилась очень интересная мулечка такая. Поскольку я форт этот приобрела. За пиастры. Как бонус мне дали возможность раскрашивать мои корабли в любой цвет, какой я только захочу. И вот смотрите, я теперь могу сама выставлять здесь, какой я захочу цвет. Хоть серо-буро-малиновый в крапинку. У нас будет фиолетовая палуба, да. И это все бесплатно, ребята. Бесплатно мы можем делать такие радужные корабли. Но это мы сделаем как-нибудь на праздник.
А праздник у нас будет заключаться в том, что мы кого-нибудь победим. Поэтому давайте искать, кого мы будем побеждать. И пойдем на карту. Так, что у нас здесь? Затонувшая фигня какая-то там плавает. Не особо интересно. Нам надо искать, где подороже продать нам хлопок. Вот у нас есть. Давайте поедем. Город, что-то мне полюбился этот городочек. Смотрите, конфедерация на нас больше не нападает. Боится нас конфедерация. О, здесь все хорошо. Здесь и ром можно хорошо продать. И хлопок хорошо продать. Это у нас пока останется. Кто-то что-то хочет. Хотят масло. Давайте примем заказ. И... Ой, я не посмотрела, в магазине масло-то у них есть. Берем. Так, принимаем заказ, принимаем, да. Куда? О, ну поехали. О, ублюдки из конфедерации направляются, поднимая красный флаг. Ребята, будем биться, черт побери, как говорится. Так, пушки на этот борт, двойные. Так, приготовиться. Какой-то серьезный корабель. Блин, я в него даже не попала. Шхуна. Конфедерация. Блин, компот, смотрите, как нас бьют. И на этой стороне осталось 6 пушек. Давай, разворачивайся. Мне надо ближе к нему подойти, я не достаю. Черт. Вот сейчас. Есть контакт, но не совсем. Ну, я надеюсь, что мы всегда еще сможем убежать, если что. Починиться немножечко. Промазал, зараза. Так, побежали и починимся. Так, парус у нас целый. Не зря мы к ним продавали доски, я вам скажу. Ну вот они и подошли к концу, в принципе. Ой, так, выходи, подлый трус, за он там. Шхуна. Людей наших поубивало, вот что плохо. Подбили мы хорошо бочином. Так, что, перезаряжаемся на этих? Пропустила, не туда нажала. Ёлки с палками. Как-то не очень удобно все это дело. Да. Успокойся. Зараза, где он там? Мне не тот борт нужен. Ну ладно, попробуем этот борт ему. Ага. Кого-то мы у него подстрелили.
хватанул мне задницу. Давай, 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 черная стрела, ты же у нас шустренькая должна быть. Против ветра плохо, плохо будет. Так, ну это пиратский корабль, я зря это делаю, стреляю картечью, потому что он не сдастся. Пиратские корабли... Ну вот, теперь перезаряжать будут 3 часа. Пиратские корабли не сдаются, их нельзя захватить, они топят свой корабль. Я забыла совсем об этом, зря я только... Время потратила. Промахнулся. Так, все, давай. Еще. Загибай. Блин. Так, пора пробежаться и починиться, я так считаю. Немножечко. Да и парус, наверное, тоже, да? Все, у меня досок больше нету. Рискованное предприятие, что-то я затеяла, я вам скажу. Рискованное. У меня нету ни передней, ни задней пушки, мне их снесли. А он мне подставляет свой бук, который у него целехенький, в принципе. Ну все, ребята, следующий выстрел будет наш. Вернее, он будет последний для этой шхуны. Ради чего весь сербор, вот мне интересно, что с нее можно получить? С нее, хотя это конфедерация, может они богатые там какие-то товарищи. Все, сдаешься? Есть! О, мы опыта сколько получили. Да. Так, убираем пушечки. Спокойненько. Нечего за мной гоняться. Нечего меня преследовать, конфедерация. Что за конфедерация пиратская? Так, ребята, чем у вас можно поживиться? Уй, сколько рома. Мы его можем всего... Мы его можем взять. О, сколько рома. А народы сколько у нас перебило, елки с палками. Ой-ой-ой. Да. Да и пушки наши пострадали. Так, трюм заполнен, да? Ну ладно. Раз трюм заполнен, идемте смотреть, где у нас есть дорогой ром. И мы его продадим и страшно обогатимся. Такс. Как назло. Как назло, дорогого рома нигде нет. Вон где дорогой ром. Я надеюсь, что мы сюда успеем. Здесь, конечно, платная швартовка, но я думаю, что мы окупим. О, так мы какой-то... О, я забыла, мы везли груз. Задание провалено. На нас сердит заказчик. И команда хочет зарплаты. Ёлка ломаная. Ах, ладно. Да, действительно, надо было масло доставить. Продаем все, что можно. Что делать? Сахар, соль, паруса. Можно немножечко продать. Так, что же делать с этим несчастным маслом? Никто больше не хочет масла. Что наша репутация? Это упала наверняка. Наверняка упала. Ай-яй-яй. Так, контрабандисты, так себе, перевозчики, так себе. Наша команда счастлива как никогда. Так, ну, Испания, в принципе. Франция, Дания, Голландия. Никто особо на нас не ругается. Поэтому я думаю, что ничего страшного, что мы провалили это задание. И можно спокойно продать это масло. Да, все. Так, итак, у нас с вами, в принципе, более-менее нормальное количество денег. От нас никто ничего не хочет, поэтому возвращаемся в наш, наверное, лагерек. Где-то тут контрабандисты еще были, но они уже сплыли. Возвращаемся к нам домой. 6 дней плывет наша бригантина.
Так, ну и что ж, впору поремонтироваться. Кетч. Давай, мы тебя починим, в конце концов, ты. Так, это Лилит. Лилит не надо. О, однако, ну, скидочка у нас есть. Чиним целиком. Нанимаем людей. Ой-ой-ой. Да, что делать? И в честь победы над Конфедерацией, ну, как победы, не победы, конечно, мы будем раскрашивать наш кораблик. Мое любимое занятие. Такс. Где это было? Где это было? Ригансина. И большая кисточка. Так, ну что ж. Поскольку это наверняка будет длиться очень долго, дорогие мои, я, наверное, сейчас похимичу, а потом просто все это сделаю в убыстренном виде, чтобы вам было не так скучно на все это дело смотреть. Итак, увидимся с новым кораблем. Ну что ж, мои дорогие, вот такой у нас получился кораблик. Красивый, раскрашенный. Конечно, редактор не позволяет сделать все, что хотелось бы, применить все краски, какие хотелось бы. Но вот у меня получилась такая черная стрела с кровавым отливом. Кровавый отлив больше выглядит, конечно, как красное дерево, но ничего страшного, пускай наши враги нас боятся, у нас корабль из красного дерева. Это очень круто, мои дорогие, поэтому мы с вами здесь попрощаемся. И большое, огромное спасибо всем, кто смотрит меня, кто заходит ко мне на канал, кто подписывается, ставит лайки и комментирует. И, конечно же, за ваши подсказки огромное-огромное спасибо. Пишите, я всегда рада и попробую по вашим подсказкам или по вашим инструкциям что-то сделать, что можно сделать в этой игре еще. А еще можно сделать очень много, потому что у нас, посмотрим, наша текущая задача. Ага, так, Педро Белами. Так вот, мы должны разобраться с черным Сэмми Белами, и я вам скажу. Я думаю, что его логово будет гораздо покруче, чем вот это Исла Мальдита. Это Или де Мауэрте. Остров смерти. Домашняя гавань. Брик, шхуна и кутер. Ребята, это вам не хухры-мухры. Добраться. Ага. Вот. Поэтому будем, наверное, в следующей серии бороться с этим страшным пиратом. Поэтому заходите, поддерживайте меня.
и пишите, как же его победить, этого негодяя с его тремя кораблями. Всего вам хорошего, мои дорогие, и пока-пока-пока!